Друзья, всем привет! И сегодня мы начинаем новую интересную игру «Лунтик мини-игры». Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что же здесь есть интересного. Итак, вот, первая игра со звездочками. Лунтик, давайте-ка попробуем. Что это за игра? Нажмем. Здравствуй, друг! Помоги мне соединить все звездочки по порядку, и я дам тебе монеты. Хорошо, давай, Лунтик, поможем тебе. Здорово. Хорошо, давай. Вот так. Итак, друзья, да, получили 10 монеток. Если тебе понравится со мной играть, пожалуйста, поставь мне 5 звездочек. Окей. Здорово. Ага, вот. Отлично. Вот такая вот интересная игра. Это для самых маленьких, наверное. Здорово. Так, вот. Итак, это уже в другую сторону. Вот. Вот так как-то. Вот, замечательно. Так, собрали звездочки вокруг Милы. Перед этим был Упсель или Пупсель, точно не знаю, кто из них. Вот так, что-то не соединяется. Вот, здорово, получилось. Ага, вот и бабочка. Здорово, а это кто у нас? Сейчас посмотрим. Хорошо. И еще вот так. Да, отлично, это, наверное, будет генерал Шерп. Да, точно. Здорово. А кто у нас вокруг Ивы сейчас будет? Посмотрим. Итак, вот так. Да, друзья. Ага, итак, у нас еще и Баба Капа есть. Здорово, отлично. И кто же здесь у нас? Сейчас посмотрим. Ага, муравьи. Здорово, друзья. Так, следующий, кто у нас может быть? Так, здесь на кухне у Бабы Капы. Ага, вот и Лунтик. Здорово, друзья. Отлично. Вот только непонятно, друзья, насколько большая эта игра. Вот так. Так, вот у нас еще и паук Шнюк. Так, если конец у этой игры непонятно, но пока играем, а там видно будет. Итак, соединяем звездочки. Вот так замечательно. Ага. Корней Корнеич у нас тоже нашелся. Хорошо. Так, вот так здорово. Соединяем. И вот открываем. И еще у нас Рякчикибряк нашелся. Хорошо, друзья. Отлично. Соединяем звездочки и открываем нового героя. Ага, вот еще Упсель или Пупсель. Так, ну все, друзья. Пока давайте-ка с этим все. Выходим назад. Как здесь выйти? Вот. Итак, попробуем, друзья, давайте следующую мини-игру. Отлично, давайте-ка попробуем, поможем Лунтику. Так, вот. Нужен голубой цвет. Давайте-ка. Хотя он не очень и голубой. А как взять пипетку? Что-то. Ага, вот. Зеленая. Синяя. Что-то тут не то. Не такой цвет. Возможно, голубую и вот эту белую. И что у нас? Молодец! Вот, получилось, друзья. Хорошо. Это какая-то фиолетовая у нас. Ну, давайте-ка попробуем красную, ну и синюю. Молодец! Ага, получилось вот сделать фиолетовый. Отлично. Ну, здесь попробуем вот эту желтую и белую.
что из этого получится. Молодец! Да, здорово. Хорошо, давайте-ка звук немножко уберем. Вот так. Так, это какая-то у нас светло-голубая. Ну, попробуем, давайте смешать с вот этой серой. Голубую-серую. Молодец! Ага, получилось, друзья. Продолжаем. Так, тоже какая-то зеленоватая. Ну и синюю попробуем. Молодец! Да, здорово. Ну, все понятно в этой игре. Давайте-ка попробуем другую игру. Ну, давайте уже вот этот сделаем. Я думаю, тут все понятно. Молодец! Так. Отлично, друзья. Вот. А теперь давайте-ка с жабой Клавой разберем. Хочешь заработать еще монет? Тогда помоги мне разукрасить меня и моих друзей правильными цветами. Здорово. Давай попробуем. Так, лунтик. Вот такой берем кисточку. Вот. Вот так. А, да, что-то, друзья, я не так сделал. Вот, ушки. Вот так. А светлее у него вот. Вот так. Да. Вот, что-то ушко не получается. Вот. Пальцы. Вот, ну как-то, по-моему, вот так. А ну-ка. Ага, нет, друзья, вот видите, подсказка у нас. Вот как должно быть. Ушки должны быть фиолетовыми. И ножки. Ага, и пальчики нужно было белыми сделать. Так, вот, а ножки фиолетовыми. И вот так. Вот. Ну, по-моему... Ага, вот. И улыбка. Ой. Вот так. А как же нам вот эту улыбку? Вот. Наконец-то получилось, друзья. Вот. Да, здорово. Так, подсказку посмотрим. Вот так. Животик желтеньким. Вот. Вот так. Туфли коричневым. Вот так. Ой-ой-ой-ой. Вот. Так. Зеленым. Посмотрим подсказку. Ага, вот. Вот так. Это щеки темно-зеленые. Вот так. Ага. А курточка у него вообще темная. Ну-ка. Ага. А вот это у нас зеленее. Вот. Так, руки у него просто зеленые, вот так. И повязка у Упселя красноватая. Ой-ой-ой, что-то не получилось. Вот, а ну-ка. Что не так? Ага, а вот мы еще другую щеку ему не покрасили. Вот, ой. Вот. Вот так. Ага, еще руку. Вот. Ага, и, кстати, вот еще немножко. Вот, друзья. Так, светлее лицо. И давайте-ка вот еще, вот, немножко, вот. Нет, это уже слишком. Вот. Вот, и еще вот так. Итак, посмотрим. Ага, вот, щеку все-таки я ему слишком темную сделал. Вот так, что ли? Ага, вот, друзья, еще. Вот так. Да. Вот, наконец-то, с Упселем разобрались. Довольно-таки сложный рисунок, разноцветный. Но с этой рыбкой довольно-таки просто. Всего два цвета. Так, вот такой вот. Отлично.
Вот. Да. Вот еще. Ой-ой-ой. Нет, вот так. Да. Ага, еще плавник вот здесь. А ну-ка. А, нет, нет, это более темный цвет. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Да, здорово получилось. Раскрасили рыбку. Довольно-таки это у нас быстро произошло. Итак, Корней Корнеевича всего два цвета, не три. Так, делаем ему вот главное туловище, отлично. Вот футболку розовой, отлично. Рукав еще не забыть. Вот здесь розовый. Ой-ой-ой. Вот так. Тут у нас светло-розовый рукав. Вот так. Хорошо. Так, лапки у него коричневые. Вот так. Замечательно. Вот. Еще лицо не забыть. А борода темная. Борода темная и брови темные. Итак. Ага, и еще фартук у него вот такой светленький. Да, здорово получилось, друзья. Итак, третья мини-игра пройдена. Ну, пока давайте-ка, друзья, возвратимся. Посмотрим, что-то у нас еще дальше. Ага, а дальше, друзья, у нас уже нужно разблокировать за монетки. Вот, уже есть нас немножко монет, собрали. Так, давайте-ка разблокируем четвертую игру. Да, отлично. Так, загрузить. Ага, нужно, наверное, подключение к интернету. Итак, друзья, если вам понравилась игра и вы хотите смотреть продолжение, подписывайтесь на канал, ставьте цифру 1, и я буду знать, что вы хотите продолжение. Итак, друзья, ожидаем от вас комментариев. Итак, на этом прощаемся. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.